Всем привет из поселка Чимитакваша. Кажется, это место называется именно так. Если честно, я здесь был, даже не помню, сколько лет назад. Может, даже уже больше 10. И вот что-то меня опять потянуло сюда. Пройтись, прогуляться и показать вам все, что вижу сам. А что, я-то тут не был уже, не помню сколько, да и вам не показывал. А может, кому-нибудь будет интересно. Тут храм. Я не знаю, он появился или был. Я, честно говоря, его не помню. Вот тут какая-то ценность. Крепость, видите, 5-го, не понял, 14-го, 19 веков. Я даже не знаю, что это такое. О, блин, мне как-то звонят не вовремя. Не знаю, набрали, скинули и мне помешали, блин. Так вот, ребята, оказывается, тут крепость у нас, оказывается, есть. Грешин. Я и не знал, что у нас тут такая крепость. Старинные стены везде. Кто ее строил? Что за крепость? Пока информации я не владею. Но явно, что сооружение не этого века. Смотрите. Что-то было такое грандиозненькое. Ладно. Мы с вами отправимся вниз. В сторону пляжа. Я не знаю, где этот пляж. Точнее, я уже забыл все на свете. Радуйся царю Николаю, Христом Богом царствующий. Даже немножечко затрудняюсь, куда мне идти. Направо, а ли налево. Вылез у нас не работает, есть одна кукуруза. Пойдем узнаем. Девушка, на пляж сюда идти, правильно иду? Вот здесь. Понял, спасибо. Итак, мы топаем на пляж. Если честно, я уже даже немножечко пожалел о том, что туда пошел. Видите, какая тут нас ждет великая китайская стена. И такая ступеньки тоже не менее великие. Судя по всему, спускаться я буду очень долго. Подниматься еще дольше, поэтому, наверное, я просто выключу сейчас камеру. Не буду расстраивать тех, кто планирует остановиться здесь. Мы идем с вами практически в лесу. Включусь там, где будет более интересно. Тем более, мне опять звонят. Я спустился куда-то вниз. За это время уже думал, успел выключиться свет. Отключился. Успел включиться. И вот я куда-то пришел. Вероятнее всего, здесь будет море. Но, блин, пляж находится под видеонаблюдением. И что, так я не понял, что проход, что ли, закрытый, что ли? Даже странно. Нет, калитка вроде открыта-то. Тут так стоит. Пришли куда-то. Так, что там мне опять тут? Нифига себе пляж. Итак, друзья мои, мы пришли с вами на пляж Чимитакваджа. Я немножечко офигеваю, если честно. Так, самую малость. Смотрите, какой здоровенный пляж. Там где-то вдалеке видно Лазаревское. Колесо обозрения четко видно, классно вообще. Ездят товарные поезда грузовые. Но, блин, людей-то нету. А люди-то где? Офигеть. Вот оно, наше советское наследие. Оно бы осталось, на всех картинках было вот такое вот нарисовано. А людей нету. Я
Я просто был свидетелем как-то. Приезжал сюда раньше. Давно, я уже говорил. Так вот тогда тут было столько народа, что просто ужас. А теперь вот такая вот тишина. Отдельные отдыхающие. Чистое-чистое море. Виден пляж Волконки там где-то вдалеке. И на этом как бы все. Отдельно стоящие девушки вот сидящие. Да, не похоже это на лето, я вам скажу. Тут, насколько я знаю, военный санаторий. Может быть, он где-то там дальше. Давайте пройдем в ту сторону, прогуляемся. Но ситуация плачевная. Вот кто-то меня спрашивал, а есть где уединенно покупаться с детьми? Да вот, пожалуйста, там целый пляж. Там даже написано детская зона. Работает одна кафешка, но я не знаю даже для кого она работает, тут вообще людей нету. Это ужас просто. Честно говоря, ехал сюда и думал, вам покажу много интересного, хорошего, и пока вот я разочарован. В поселке, если правильно понимаю, то это Чимтакваджа. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Вот эти строения, я помню, здесь кипела жизнь вообще, тут столько людей было. Только народу лечь было негде. А теперь вот отдельные личности лежат прямо здесь вот. Да. Очень-очень огорчен. Вот там под навесками была большая-большая такая кафешка. Вот это все мне вот, я не знаю почему, напоминает советское время. То ли открыток насмотрелся старых. Ну, вот как бы вот так. Грустно и очень печально. Очень-очень даже печально. Кафе все-таки существует. Ну, как видите, вероятно, все ненадолго. Скоро они обанкротятся. Зато желтые линии расчерчены по пляжу удачно. Все советское наследие немножечко постепенно приходит в упадок. Ну вот кафе, хотя походу что-то хотят делать. Вот мягкая черепица привезли. Наверное, что-то изменится в лучшую сторону. Да. Раньше столиков было больше. А теперь вот такая вот дебедень. Проход к пляжу закрыт. Пусть не для ворот. А пляж работает. Ну, мы будем его покидать. Так, пропустим. О, а тут есть лифт. Вероятность того, что он работает, крайне мало. Торговые точки некогда здесь процветавшие. В предсмертном состоянии. Ну и будь я туристом, я бы, наверное, сюда не поехал. Так, мне теперь найти обратную дорогу. Ну, за цикады пойдет классненько. Туда пойдешь, ноги потеряешь. Сюда пойдешь, все потеряешь. Да, чего я сюда поперся? Я и сам не знаю, если честно. Ну, пойдемте уже. Деваться некуда. Мое транспортное средство стоит там, в районе башни 16 века. Фух. Свежо. Кардиотренировка. Какие-то домики. И мне, походу, подниматься все выше и выше и выше надо. Нет, тут коттеджика, кстати, можно прожить.
безбедно. Так, и мне кажется, такое ощущение у меня, что где-то там, наверху, моя машина. Блин, что же тебе попёрся-то, а? Даже не знаю, куда иду, куда-то тропинка меня завела. Кто-то, вон, видите, по ступенечкам поднимается куда-то. Наверное, там как раз военный санаторий есть. Так, маршрут такой-то, 1000 метров. Мы прошли 900, мы прошли 1000. Да нифига себе, ходоки у Ленина. Ладно, думаю, вам не очень приятно слышать, как я дышу в камеру, поэтому включусь там где-нибудь повыше, как доберусь до машины. Вот как бы так. Итак, каким-то чудесным образом я забрел на территорию военного санатория ВВС Чимитакваджа. Тут всякие, короче, отдыхали и лечились летчики, даже летчики-космонавты. Но, блин, я припоминаю эту дорожку и понимаю, что вверх я выйду совсем не туда. Сверху мне еще придется идти, бог знает куда, обратно. Поэтому принимаю единственное верное решение — спускаться вниз и идти куда-то направо до пересечения. Хорошо, что я не летчик. А ты не летчик. А я была так рада. Лучше уж быть налетчиком, чем так ходить. Нет, тут, конечно, прикольно, природа, все. Цикады классно. Но как бы я уже похудел. Грамм на несколько. И что-то я уже вообще пожалел, что я сюда приехал. Ничего здесь такого интересного я не нашел. Пляж в упадке. Все как-то так не очень, но... Нет, само здание санатория может быть и нормальное. Но вот, блин, пляж не очень. И дорожка как бы того. С меня уже сошло уже 7 потов. И, вероятнее всего, сойдет еще не один раз по 7. То есть летчики-космонавты, если вас будут, точнее, если вам будут предлагать отдых в санаторию ВВС, посмотрите карту, задумайтесь. Блин, сколько ж тут ходить в море-то, а? Вот, смотрите, женщины спустились, потом поднимаем. Не, может быть, они куда-то идут в другое место, я не знаю, может быть, это я тут такой тупанул, завернул не туда. Но что-то как-то они спустились, потом поднимаются вверх, потом опять у них будет, короче, весело. Весело встретим Новый год. А погодка такая жаркая, я вам скажу. То есть удовлетворение от такой прогулки, во всяком случае, в дневные часы вы не получите. Ну, я не получаю, точно. Проситесь куда-нибудь в санаторий Бирюза. Там близко море. Я не знаю. Санаторий Лазаревская хотя бы. Нет, ну конечно. Скалы здесь классные, красивые, посмотрите, это. Можно фильм про индейцев снимать. Но не более того. Видели бы вы сейчас мою морду лица, сразу бы приняли бы решение, лучше уж на Северный полюс. Ну что, на этом пока, наверное, заканчиваю этот ролик. Может быть, я что-нибудь еще сниму, но пока ничем порадовать вас не могу. Это будет грустный ролик, наверное, все-таки.